Приветствую всех подписчиков гостимого канала, с вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией сегодняшнего видео по проекту DrawJob, где я на просмотре видео и не только, абсолютно без вложений, зарабатываю доллары. Ну, в долларах заработок идет, денежку. Значит, это основной баланс задач. Это всего сколько. И обратите вот на последнюю вкладочку. Вот здесь. Ну, это типа поинтов. Давайте переведем. Значки. Ну, типа коины, поинты. Что-то такое, значит. Значит, для чего они нам нужны? Покупать. Как бы активировать другой вид заработка. Я уже активировала. Сейчас я вам все покажу. Значит, вот здесь начать зарабатывать. И обратите внимание, вот это я зарабатываю на видео. Мне нужно просмотреть, еще ничего не просматривала. 6 видео. Это я вам показывала. И я прикупила себе другой вид заработок. Это разгадывание капчи. Оно стоило 500 вот этих поинтов, коинтов. Значит, здесь еще можно купить. Оценить продукты. Активируйте это задание за 150 значков. И опросы. Активируйте это задание за 300 очков. Давайте я вам покажу капчу. Мне нужно разгадать вот 12 раз капчу. Видео просмотреть 6 раз. Капчу 12. Также кликаю старт. И мне выпадает вот такая капча. Капча, она всегда адекватная. И я разгадываю. И кликаю вот на зеленую вкладочку Claim Reward. Одну я просмотрела. Тут идет шкала, и мне вот 12 раз так надо это все просмотреть. Далее я уже продолжу после. Давайте опять кликнем. Старт. Ну, видите, у меня не закончено, и как бы оно красным горит. Это все потом. Сейчас мы прикупим, давайте, за 300. Это за 150 и не знаю, что там такое. Вот. И мне за одну капчу вот 5 центов дали. У меня на сегодняшний заработок еще по нулям, так как я видео еще не просматривала. Опросы. Это будут. Я кликаю. И нам тут пишут. Купите опросы за 300 значков. Ответьте на несколько простых вопросов. И получайте оплату за каждый заполненный вами опрос. У меня 400 значков, и за 300 я прикуплю. Все. Зелененьким загорелось. Закрываем. Давайте посмотрим, что это такое. 5 опросов. Кликаем. Ух! Ух! Ребятки. Да, здесь, может, и фиг пройдешь. Так. Цель этого опроса состояла в том, чтобы узнать о привычках потребления печенья и предпочтения потребителей. Господи, какой тип вы предпочли? Так, шоколадная плитка, печенье с изюмом, печенье с арахисовым маслом. Господи. Шоколадное печенье. А я думаю, здесь можно любое, да? Какой ты предпочитаешь? Домашний, конечно. У меня каждый день домашняя выпечка.
Так, что бы вы предпочли? Так. Не знаю, пусть это будет. Этот. Поставим такую. И сколько бы вы заплатили за печенье, боже мой. Давайте полтора. Так. Награда, претензии. И я заработала почти 14 центов, друзья. Обзор мороженого. Так, конечно, покупаем даже зимой. Я не понимаю. Давайте это без разницы, что мы будем кликать. Я так понимаю. Так. Я не знаю. И мне еще и вот здесь, да, еще и вот эти значки начисляются. Значит, ну, у меня на русском здесь как бы оно не отображается, потому что... Так, ну давайте поставлю на паузу, продолжу. Ну все, я прошла вот эти задачи. Тут, в принципе, ничего и сложного нет. Любые галочки ставим, и все. И теперь мне вот оно будет доступно. Через 16,5 часов. Так, ставим английский. И что надо? Обновить страничку. И вот у меня минус 5 центов. Значит, у меня одна капча. Я прошла там 5 центов, мне заплатили. Ну и неплохо, 60, сколько? 63 цента. За 5 опросов. И у меня на балансе 162, ну еще вот этих токенов. Если я накликну на дашборд, они могут уменьшиться. Нет, не уменьшились. Давайте купим то. Вот это, друзья. Видим, да? 150 монет. У меня 162. Покупаем. Купили. Смотрим. Сейчас должна появиться. А здесь 10 продуктов. Старт. Что у нас здесь? Ух ты, блин. Даже страшно. Ладно, переводим на русский. Так, название. Солнечная панель. Ля-ля-ля, топ аккумулятор. И что? А, нужно оценить. Доставка. Цена. Я фиг его знает. Ну, давайте поставим вот так, да? Представить на рассмотрение. Угу, следующее. Так, название. Ну, я тоже тогда вот так все. Еще.
Это так 10 раз надо. Сейчас вот эта желтенькая загрузится, появятся звездочки. Кликаем. 5 звезд. Окей. Опять поставлю на паузу. Сейчас все пройдем и продолжу. Ну вот, я все просмотрела. Также через 16,5 часов мне это будет снова доступно. Вот. Возвращаемся на домашнюю страничку. Ну, капчу я продолжу после. И видео также я просмотрю, конечно же. Вот такие виды заработка. У меня все куплено, значит, эти пройдены. Значит, 1, 2, 3, 4, все. И сегодня, смотрите, today у меня уже $1.30 заработано. Еще я просмотрю видео и дальше продолжу капчу. Ой, лишь бы заплатил бы. Вот. Тогда можно будет работать. Я так понимаю, вот этот баланс будет доступен к выводу. Потому что здесь баланс вместе с бонусом. Боюсь, что бонус нам не дадут вывести. А минималка здесь от $100. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, работайте, пробуйте. Даст вывести хорошо. Не даст. Ну что, друзья, значит, мы зря потратим время. Это интернет и всяко может быть. Хотя здесь даже нет вкладочки депозита. Вот здесь есть казино, но в казино я не играю. Ну вот как-то так. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.